Хомячам подарили новые «Лады Гранты». Обладателями автомобилей стали 35 человек, пострадавшие на производстве. Акция прошла в рамках федеральной программы на приобретение машины с Фонда социального страхования России. В этом году было выделено 17 миллионов рублей. Все автомобили специально оборудованы под физиологические потребности людей с ограниченными физическими возможностями. Всего за период действия программы хомячам было передано более 400 машин. Отмечу, что многим вручают ключи от автомобиля уже во второй и даже в третий раз, а взамен ранее полученных и отслуживших 7-летний срок. Первая машина была АК. У меня рост 1,76 м, она была немножко неудобная, и муж высокий. Вот. Ну что же, мы... Хорошо, что нам отдали ее в личное пользование, мы ее продали, немножечко добавили, купили десятку. Вторая машина была пятерка. То же самое мы сделали. Пятерка тоже, спасибо, мы немножечко добавили, купили приору. Вот. И сейчас вот мы получили грант. Ну, гранта с ручным управлением автомат. Мы ее, конечно, не будем менять. Мы будем на ней ездить. Прекрасная машина